Привет, молодые люди, я Эрик, и сегодня мы обновили Cybershock, где добавили новый режим, который называется ВХ-ON. Так и есть, это просто ВХ, включенный на каждом аккаунте. Сейчас, если вы зайдете на этот сервер, у вас уже включен ВХ, консольный ВХ. Если что, все в порядке. Так вот, он включен у всех, и поэтому получается очень забавная ситуация. Люди хотят перестрелять, прострелить друг друга, и получается забавная ситуация. Поэтому, как это все работает, как это все выглядит, мы увидим прямо сейчас. Ну и на такие вот события я почему-то по традиции зову Досю, поэтому, Дося, здорово. Ну и понятное дело, не забудь поставить лайк. Давайте наберем 15 тысяч лайков. Погнали. Перед началом самого режима я хочу посмотреть, что будет, если Дося зайдет на карту Нюкс. Это та карта, где я побиваю рекорды. Мне интересно, как Дося его отыграет. У меня рекорд, не буду говорить какой, но мне просто интересно, человек, который не играл в эту карту, но с опытом, с хорошим тиром, какой рекорд он покажет? Но это непростая карта. Почему? Не знаю, просто непростая. А ты ее проходил? Ну, как я вижу, ты проходил ее, да. Да. Какой здесь рекорд? 50 секунд? Да. Ну, не, ну 50 секунд это много. Нет, я просто проходил все карты, типа, подряд на твоем сроке. То есть, типа, я не ставил задачу ставить рекорд, у меня есть задача пройти все, типа, все карты. Ты знаешь, сколько ты прошел карт? Сколько? 105 из 650. Ну, неплохо. Ты прошел 16% из всех наших карт. Неплохо, да. Ну, слушай... Вот ты сейчас рекорд побил. Ну, свой. Да, свой рекорд. Так, ну я предполагаю, что если Дося потренится, то будет около 45 секунд. Пока что. А потом уже под вопрос. Сейчас пойдем на наш новый режим. Он называется ВХ-ON. Не забанят нас? Нет, нас не забанят. А на самом деле, бесполезный режим, можно подумать. Но он такой забавный, и какая-то в нем фишка есть. Ты научишься не играть с читами, но ты будешь понимать, что простреливается, а что нет на картах. Вот, это обычный сервер 5 на 5. Но тут 10 человек на 10 человек. И у всех включен волхак, у всех. То есть каждый знает, где кто находится. По стрельбе нет никаких преимуществ, только ВХ. Челики простреливают 4 стены подряд и убивают. Тут можно ловить только фан, ничего большего. Сейчас посмотришь, как будет, какая будет реакция у Доси. У Доси уже узнали. Посмотрим, сейчас посмотрим. Че думаешь? Это жестко. Ну здесь нужна авик брать, я думаю. Иначе сложновато. Одного дал. Первый есть. Второй есть. Третий есть. Сейчас будет четвертый. Четвертый есть. Уф. Короче, если так судить, карта нюк простреливается просто везде. Все. Нормально, я справился. Сейчас. Какой ты пиво пьешь? Я алкогольная. Ну какое именно? Да, по-разному. Ну какое любимое? Больше всего разливное люблю. Кто сегодня вот первее 30 фрагов на всех картах? 30 фрагов, если ты выигрываешь эти 5 литров пива, дарю. Ты, если я выигрываю, ты даришь мне 5 литров кваса. Готов? Разливного. Давай. Все, давай, договорились, погнали. Пошел процесс. Ребят, значит, у вас сейчас счетчик появляется на экране. Сколько у меня и сколько у Доси фрагов, погнали. С этого момента начинается. Так, первый есть. Так, отлично. О боже, челики с ВХ тебя не видят. Так, первый есть. Второй есть. Это зло. Так. Хорош. 6! Да. Да ладно. Фух.
то, что, блин. Блин. Уф. Уф. Про игрок с читами против игроков севера с читами. Хорош, хорош. Куда ж ты бежишь так нагло? Ай-яй-яй. Попытка неплохая была. Ну, если они бы не видели тебя туда. Зайди сюда. В чем прикол тут? Прикол, да, здесь просто, ну, типа FPL у нас тут. Не понял, как он меня убил. Баты с читами, что ли? Баты? Слушай, а кто с читом? В этот, в пол смотрится. Это у тебя лагает, может быть. А в чем прикол сервака? Ну, типа, здесь 3000 эло плюс играют. Не, они у меня реально в пол смотрят, ХВХ. Ну да, high level, виз high level. У меня у них у всех первые и вторые левела. Ну, они... Тупил. Да нет, да что ты издеваешься надо мной? Ты убил читера только что, Дость. Короче, это все читеры, да, вот эти первые да, левела? Да, 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 да. Люди тут тестят свои читы. Люди тестят свои читы? Да. Ты нормальный вообще, ты зачем этот сервер создал? А? Нет, ну нет, все, стоп, блядь. Стоп, я не могу на это смотреть больше. Реально нереально, блядь. Просто сервер для читеров. Для читеров, блядь. Они заходят и играют между собой. Вот это пиздец. Фак. Слишком поверил в себя. Ну и самое важное, Дось, зайди по IP, и мы сделали то, что ты просил. О, пистолетики, ну вот это чётенько, только раз чётко. Кайф? Кайф вообще. У нас такой один сервер. Всего так, один? Всего один, да, посмотрим, насколько это зайдет. Но мы чисто из-за тебя сделали, никто такой не просил. А играть будут все. Ну да. Посмотрим. Ребят, если что, это обычно МДМ, но только на пистолетах. Дости почему-то хотелось это. Посмотрим, может быть, и другим людям тоже зайдет. Я без понятия пока что. Но на самом деле играть прикольно. Я думаю, что даст вам плоды. Тренировка, а им из пистиков, чё? Откуда столько народу забежало? У кого премиум, они видят, где играют проигроки. Так что ты можешь заходить на сервер пустой, ноль человек, и там будет сразу народ. Имба, да? Имба вообще. Что думаешь насчет ВХ паблика? ВХ? Не знаю. Ну такая как... безделушка, просто беспонтовая фановая игрушка, но просто поиграть с друзьями почему бы и нет. Да-да. Попадиться можно. Насчет АИМДМ с пистола, я думаю, это нормальная тема, тем более тебе. А насчет Death Run, люди играют, все там нормально. А ХВХ, ну, я понял твою позицию. Ну, ага. Убирать мы пока не планируем. Я убил его. Ты убил читера, это самое главное. В общем, спасибо тебе большое за присутствие в ролике, за участие в ролике. Ребят, ссылочка на Twitch канал Доси есть в описании. Он стримит почти каждый день. С тобой был я, Шок, Эрик. Всем пока. И не забудьте подписаться на канал. Совсем скоро выйдет новый ролик. Пока.